Они, брат, мне стали спрашивать, что еще внутри, я говорю.
Короче, трапеза, ты где прием? А ты обратно на 200 поехал? Вы лыжница, я шахматист. Но диджей Максим. Он играет кёрлинг. Вот битву надо, что она... Да, мы вот по той обычно. Вот по этой, да. Слева. Да. Тут парень нормальный, нет? Который его полышня. Вот. Тут нормально было с тобой. Нет.
твердую лишь вот по горам ездить. Собачка не бедненькая. С собачкой будет скатиться. Не, ну ты смотри, дыры. Да. Да, тут кубарем провалишься в дыры. Да. Хрен тебя кто достанет. Задирает как-то жесть. Это вот самый верх. По щелям, трещина. Там внизу типа что? Чемная гора. Горная порода. Да, да. О, пацаны заряд. Думаешь, пацаны заряд? Да. Юрюх, вот мы сейчас прямо выходим на самом пике, на подъемнике прямо. А, давай, давай. Они тут? Да.
Я покажу через одну. Вот где мы с снегом, метра 4, наверное.
что я тебе скидывал, мы у того и взяли. Thank you.
а также признаков наличия дыма в вагоне, сообщите поездной бригаде и машинисту по связи пассажир-машинист.